Так что там на сборе руками? Ты даже без удара. Ну, а это все, вот все диски новые абсолютно. Вот они там, муха на них не сидела, не была. Почему? Потому что вот он должен быть затянут так, чтобы у вас гильзочка, вот эта фальшгильза, она дошла до окошечка, понимаете? Почему по-другому... Если она ниже будет стоять, вы перетянете, она не подаст патрон у вас. Mm-hmm. Все, вот теперь диск собран. Его довольно удобно снаряжать. Вот, по снаряжению. Ну, вот так. Ну, и вот этот патрон там должен быть постоянно. Да. Ну, да, как подумать. Взяли. Насколько я понял, по последним сборам теробороны, которые проходили, практически все пулеметчики получили пулемет и получили диск со склада невзведенный. То есть, ну, у меня из моих знакомых... Пулеметчики, какие диски получили? Невзведенные? Вот. Значит, ну, по итогам вот этих сборов, которые были перед Новым годом, когда уже массово начали выдавать ДПшники, я вам скажу честно, вот, мои хлопцы, которые пошли в пулеметчики, они вернулись со сборов, они первое, что сделали, купили себе 3 диска своих ДПшников, купили сумку.